Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был авторитарным лидером страны. Но его не стоит сравнивать с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом бывший председатель парламента Грузии, лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила в программе «Немцова». «Я ни в коем случае не стала бы сравнивать ни в каком направлении Путина и Саакашвили. Потому что Путин – это серьезный политик, это серьезный лидер. Это человек, который знает, что нужно для своей страны, и делает это. Саакашвили – импульсивный человек. И то, что Путина критикуют как авторитарного лидера, а никто никогда не критиковал на Западе Саакашвили, для меня это пример двойных стандартов. Он поставил Россию с колен на ноги. Вы посмотрите на Россию, что было с ней 10-15 лет назад и что есть сейчас. И я бы, честно говоря, хотела бы, чтобы в Грузии был такой же президент, как Путин в России, сказала она. По мнению Бурджанадзе, РФ не является авторитарной страной. С моей точки зрения, я вижу, что там есть свобода, все-таки есть свобода средств массовой информации, отметила она. Политик считает, что в России выборы проходят намного лучше, чем в Грузии. Она не согласилась с мыслью, что самая большая заслуга президента – это вовремя уйти. Самая большая заслуга президента – это сделать для страны все, что он может. И самая большая заслуга для президента – это поставить страну на ноги. Саакашвили сходило с рук намного больше нарушений прав человека и оппозиции, чем, допустим, я вижу нарушений в России. Но, тем не менее, его называли великим демократом. А Путина называют авторитарным лидером. Почему? Сказала Бурджанадзе. Бурджанадзе также ответила на вопрос, плохо ли носить на себе ярлык пророссийского политика. Она сказала, что не считает себя прорусским политиком. Я считаю себя прогрузинским политиком, который понимает, что без нормальных отношений с Россией грузинские интересы не могут быть осуществлены, подчеркнула политик.